Да, весна, пора любви. И главная радость этой любви, конечно же, дети. Особенно для мужчин. По статистике, мужчина тратит намного больше времени на то, чтобы поменять памперс своему ребенку, чем на сам процесс зачатия. Мужчины на прогулке с детьми. Под ваши аплодисменты, пожалуйста. Опа! Припарковались. Здрасте. Здрасте. Ничего себе, тачка какая. Ага. Крутая? Ага. Я ее из Германии пригнал. АБС, противобуксовочная, гидравлика, пневматическая подвеска. Я пока растаможил, я чуть не офигел. Вот гады, да? Научились же делать. Вот это аппарат. Да. Я бы, чтобы получить эту категорию, пришлось даже на права пересдавать. Прикинь. А мою еще дед выбирал. Бомба. Сносу не будет. Красивая. О! Мужик, ты что с чемоданом? Тебе что, жена из дому выгнала? Нет, вы что, это аптечка. Ничего себе. Вдруг чего случится, пока гуляем. Ты что, затарился до совершеннолетия, что ли? Муха! 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 Ах ты! Да это же обычная муха, ты что, мужик? Муха, это разносчик инфекции! Да. Это же клещей! Так, хорош, у тебя сейчас ребенок задохнется. Не задохнется, он в противогазе. Да хорош, все, она улетела уже. Блин, надо было ее поймать и в лабораторию отдать. А так придется с ребенком на МРТ идти. Мужик, тебе самому на МРТ башки сходить надо. Вчера делали, все в порядке. Какая хорошенькая, это девочка у вас? Да, девочка. А у вас тоже, смотрю, девочка, да? Че это девочка, пацан? У вас просто коляска розовая. Что это розовое? Черная коляска, выгорела просто. А у тебя кто? А у меня мальчишка, богатырь, крепыш. Ой, держи глюконат кальция. Забыли. Да. Вот, молодец. Что-то жарковато, да? А, да. Ну-ка, кондерчик. О, хорошо. Класс. Ну, меня этим не удивишь. У меня тоже кондиционер есть. Он, дырка, величиной с кулак. Смотри, сквозит капец. А я считаю, что кондиционер — это очень вредно для детей. Если хотите понизить ребенку температуру тела, дайте ему просто жаропонижающее, и все. Слышь, ты что над ним так издеваешься? Он что, не родной, что ли? Я о нем забочусь. Забочусь. О, о, why do you cry, baby? What's going on? А, вы с пеленок решили на английском говорить, чтобы ему потом легче было работу хорошую найти, да? Да нет, это на случай, если папе придется по-скорому со страны слинять. Ертисар ман ащадем самыр лавек хэрэ. А это на каком языке? На цыганском. Я просто как-то его на вокзале забыл. Да его чуть цыгане не увели. Вот сейчас учим цыганский, чтобы мог объяснить, что у него денег с собой нет. Ясно. Вот посоветоваться с вами хотел. Да. Вы своей давно флюорографию делали? Да ты что, ей только полгода. Ну и что, нашему тоже полгода, мы уже 6 раз делали. За полгода? За прошлую неделю. Да вам, походу, дома ночник не нужен. У вас ребенок светится. Вы понимаете. Опача, опача. О, да-да, здорово, Калюня. Все в силе, завтра на 11 часов жду тебя в лавре. Давай. На экскурсию идете, да? Нет, Кристины у нас завтра. Заказал лавру на целый день. У нас 6 церемоний завтра. Зачем ребенка 6 раз крестить? Кумовьев много не бывает. В суде кум надо? Надо. В МВД кум надо? Надо. Сантехникум надо? Не надо. Да это у нас тут отец героин. Шо, папаня, двоечка у нас.
Ну какая двоечка? Вот двойня и тройня. А где тройня, папаша? Ну, в супермаркете забыл. Вот у меня такого быть просто не может, потому что противоугоночка стоит. Вот попробуй сейчас дотронься. Класс, да? Очень. Вот. О, мужик, так у тебя пятеро. Вообще-то семеро. Первые двойняшки уже в садик пошли. Ничего себе. А что тебе вообще жена по этому поводу говорит, а? Ну как что? После второй двойни через суд запретила к ней приближаться ближе, чем на 3 метра. Так а тройня-то откуда? Ну как откуда? С 3 метров. Ничего себе. Ой, сейчас. Ой, мужики, у кого-то есть какая-нибудь бутылочка со смесью? Я свою в супермаркете забыл. Да не вопрос. Держи, братан. Ага, спасибо. Что с реакцией? А, 7 детей, извини. Ну, раз такое дело, и мы перекусим. Ты чё? Чё? Чё малого объедаешь-то? Да чё объедаю? Рано ему ещё пиво пить. Блин, это молоко. Перепутал. Ты посмотри, ад? Малый, полбутылки уже вдул. Ну ничего, ничего, крепче спать будет. Ого! Он у вас что, разговаривает уже? О, 23 тоста знает! Я не понимаю, откуда он этого набрался? Я всего 18 знаю. Может, цыгане? А ваш уже что-то говорит? Мой? Моя? Первое слово было «папа». А, как мило. Не-не, ты не дослушал. «Папа, хочу шубу». Вся в мать пошла. Эх, а мой молчит пока. Да так как ты о нем заботишься, первое слово у него будет «Помогите!» Да что вы такое понимаете? Мы ему самое лучшее даем. Даже смеси европейские покупаем. А что, сиську не даете? Нет, конечно. Кто его знает, что в той сиське? Ее же не продезинфицировать, не прокипятить нельзя. Да. Кстати, реально, сиську нельзя, 100 пудов. Там же силикон. Да, он же вызывает аллергию. Я вообще считаю так. Кто заплатил за сиськи, того и сиськи. Согласен. А ты, Айболит, как своего назвал? Да пока никак. Все времени нет. То больница, то аптека. Так пока по отчеству. Да, Петрович? Петрович. А ваша? Как зовут ее? Маша. Да. У нее, кстати, даже паспорт есть. Паспорт? Да. В полгода? Ну, просто 5-й кум работает в паспортном столе. Грех было не сделать, понимаешь? А мы своего в честь деда назвали. Как? Дед. Слышь, а ты своих хомячков как назвал? А мы, чтобы не путаться, просто Саша 1, Саша 2, Саша 3, Саша 4. Ладно, я понял. Тенденция понятна. И Артур. В семье не без Артура. Слышь, а это, 7 детей, это ж тяжело, наверное, да? Это еще что? Нам вчера кошка 8 котят принесла. Я тут ни при чем. Жена звонит. Когда, дорогая? Как? Я понял. Жена звонила. Сказала, что беременна. Что ты? Ё-моё, это радоваться надо. Ну, поздравляем. Ну как? Как у нас это получается? У нас... За последний месяц максимум это воздушный поцелуй был. Тихо. Слышь ты,
Ты бы в больничку сходил, проверился, может, оно у тебя передается воздушно-капельным путем. Ты это, когда на улицу выходишь, презерватив на голову одевай. А ну вас. Все, поеду, цветы куплю. Повод все-таки. Ой. Папаша! А? Ничего не забыл? А, Артур! Вот дает, а? О, а кто это у нас тут проснулся? Хорошо у вас стреляшки получаются. Ага. Я год назад, когда на взятки взяли, мне пришлось такого дурака до суда клеить. Так что я профессионал. Ну все, вроде заснула. Да не, вроде укакалась. Понял, кондерчик. Все, проветрили. Опача. О, племяша. Да, племяш, здорово. Что? Кого замочил? Да ладно. Так, никуда не рыпайся, менты приедут, ничего не подписывай. Я сейчас буду. Чё там, чё там? Да племяша звонил, говорит, в школе замочил какую-то... Может, манту? Наверное, манту, точно. Племяш, концепция поменялась, просто не чеши. Я сейчас буду. Все, давайте, мужики, пока. Все, давай, пока. Ой, мы пока. Тоже поедем, нам еще... Счастливо. И банки ставить, и электрофорез проводить. До свидания. Все, пока. Утимайте. Да, алло. Да, продается новая советская коляска. Цвет воронье крыло. Да, без пробега по Украине, да. Все понял, жду. Ну все, малой, начинаем учиться ходить транспортом, и продали. Ха-ха.